Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня наша любимая рубрика, самая популярная, во всяком случае, она у меня на канале. Вот это вязание руками. И сегодня мы вяжем вот такую вот прелестную вещицу, вернее, нужную, универсальную. Вы можете связать этот кардиган для себя, для своего мужа. Можете сделать так, как он будет вязаться сверху вниз. Вы можете откорректировать длину по вашему усмотрению. Вот. Вязать я буду на свой размер и буду озвучивать, как корректировать на другие размеры. Вот. Точного просчета не будет, потому что вещь оверсайз, по большому счету. Капюшон одинаков для всех размеров. Ну, не детскую вещь, я думаю, вы не будете вязать именно такую. Вот, то есть этот расчет капюшона вы можете использовать и для мужского кардигана. А далее все одинаково как для мужчин, так и для женщин. Поэтому вяжем, запасаемся нашей любимой, мягкой, уютной пряжей Ализе Пуффин. Получаем наслаждение и одеваем всю семью. Количество пряжи я сейчас выведу на экран, которое у меня ушло, потому что я сейчас в данный момент не знаю, но к концу видео я уже буду знать. Значит, сколько, обращай внимание, очень внимательно, Ализе Пуффи Файн, ни в коем случае не Пуффи, а именно Файн. У них петелька 2 сантиметра, маленькая петелька, не Пуффи, там 4 сантиметра. Вот далее по параметрам, что я вам хотела сказать. Значит, цвет я вяжу из цвета 343, такой серо-синий, я бы сказала, вот такой в 100 граммах, с 14,5 метра. Этим фактором вы тоже как бы проверить пряжу обязательно проверяйте. Не только название, а именно метраж. Ну, я думаю, хватит и названия, но на всякий случай. Вот, цвет сказала, метраж сказала, состав у нас полиамид, я думаю, по-моему. Пряжа очень приятная. Где ж тут состав у нас? Алло. А, вот состав, микрополиэстер. Вот так вот, вы кто первый раз на канале, то эта пряжа выглядит вот так. Мы уже много вещей вязали именно с этой пряжи. Вот, поэтому советую посмотреть весь лист вязания руками, весь плейлист, весь лист, весь плейлист вязания руками. Очень много там есть интересных моделек, которые с успехом уже девчонки повторили и носят, и детские толстовочки. В общем, мы продолжаем развивать эту тему, девчонки. Так, количество мотков на мой размер. У меня где-то размер М, если брать такой вот классический расчет, ну, где-то 46-48. Боже, девчонки, я к 50-му размеру приближаюсь. Кошмар какой-то. Вот как отражается климакс на человеке. Ну да ладно. Ну что, начнем. А, и помимо этого мне понадобятся всего лишь ножнички для отрезания вот этих концов. И любой крючок, ну, желательно не тонкий, потолще. Я вот взяла вам показать. Так, что мы, с чего мы начинаем? Мы вот берем ниточку и распускаем для начала 10 наших ячеек. Вот таким вот образом. То есть я их разрезаю, и они превращаются в нить. Это единственный шов на нашем кардигане будет, это на капюшон сверху. Итак, теперь берем основную, как бы, ну, петелечки и отсчитываем 45 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ой. 46, 45, вот они мои 45. И теперь смотрите, это мои 45 петель, я вяжу вот этой вот нитью от клубка, и сейчас мне нужно провязать 4 изнаночные. Нить я вот переставляю сюда вперед и вот таким вот образом 4 изнаночные провязываю. Это будет наша планка из 4 петель. 2
4. Вот она планка, и она будет вязаться как бы имитацией платочной вязки. Далее мы основную рабочую нить уводим туда за нас, и теперь мы вяжем резинкой 1 на 1 до конца, не довязывая 4 петли, чтобы образовать вторую планку. Итак, смотрите, лицевая, вот. Уносим сюда рабочую нить и продеваем, увы, петлю спереди. Это изнаночная, лицевая, продеваем в петлю сзади. Спереди изнаночная, сзади лицевая. Спереди изнаночная, сзади лицевая. Так до конца ряда, не довязав 4 петли до конца. Так, 4 петли не довязываем. 1, 2, 3, 4. Видите, я уже перевязала. И эти последние 4 петли, здесь у нас заканчивается лицевой, мы провязываем изнаночная. Это будет наша планка. То есть, когда мы ряд вяжем слева направо, мы эти 4 петли провязываем изнаночной. То есть, вдеваем петельку спереди. И если нам нужно провязать лицевой, мы вот сейчас, вот второй ряд начинается, провязываем, вдеваем петельку сзади, у нас получается лицевая. 2 3 4, и теперь вяжем 22 петли, включая эти 4. 5 6 7 8 9 10. Так, 21 и 22. Что у меня получается? Значит, у меня получается здесь 22 петли, здесь 23, но одна у нас центральная, вот она, здесь 22 и здесь 22, всего 45. Теперь по обе стороны от центральной петли мы оставляем свободную петельку, потом провязываем эту петлю и еще одну петельку оставляем, вот она. И далее вяжем. Таким образом, мы добавляем петли для капюшона. Так, здесь у нас 4 петли, 1, 2, 3, 4. Мы провязываем лицевые. 1, 2, 3 и 4. И снова вяжем ряд слева направо и провязываем их изнаночными. Теперь эти 4. 1, 2. 3 4. Далее, вот видите, уже получается платочная вязка. Далее мы вяжем резинкой до центра, я вот подхожу к добавленным петлям, кстати, одну пропустила, и вот эти петли, которые лишние, я добавляю в узор, в основную деталь. То есть здесь у меня последняя изнаночная, то эту петлю я провязываю лицевой, эту петлю по узору тоже лицевой,
Третью тоже вписываю изнаночная, значит, здесь лицевая. В следующий раз это будет изнаночная. Вот, и вяжу ряд до конца. Что это значит? Что теперь в каждом ряду, который вяжется справа налево, мы добавляем по бокам от вот этой вот лицевой петли, по 2 петли, вернее, одна здесь, одна здесь. В ряду, который вяжется слева направо, мы просто их провязываем и продолжаем вязать таким вот образом, добавляя петли. Итак, смотрите, что у нас получается. Провязано у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов. За эти 13 рядов я добавила, вот смотрите, первые лицевые, потом пошли изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. То есть с каждой стороны я добавила по одной петле 6 раз. В общей сложности получилось, что я добавила 12 петель, 6 здесь и 6 здесь. Вот, и они ушли туда и туда по 6 петель. Общее количество петель сейчас у меня 57 петель всего. Вот, теперь я вяжу, вот видите, по краям получается платочная вязка. Вот она такая получается, обвязка, вполне себе законченное изделие получается. И далее я вяжу 57, вот ровно эти 57 петель без изменений. Я ничего больше не добавляю, вяжу просто 57 петель. Вкладываю лицевой стороной вовнутрь. Лицевую сторону я определяю по вот этой вот косичке. Хотя, может быть, и вот эта вот лицевая сторона вполне себе возможно. То есть выберите как лучше для вас. И что мы теперь вот этой нитью, которую мы распустили изначально, я при помощи крючка сошью этот капюшон. Это первое, как бы, узелок мой. Вот, а далее я просто вот так вот уже не вяжу, а просто вот так вот продеваю эту нить при помощи крючка. Здесь нам нужно совместить наши петли, чтобы лицевая была напротив лицевой. Вот, вот так вот просто продеваю все больше, как бы, и просто это даст возможность мне померить капюшон на себя и определиться, достаточно ли мне или нет, или еще нужно провязать. Это я как бы фиксирую, чуть-чуть стягиваю капюшон. Обращаю ваше внимание на это для тех, кто будет как бы корректировать размер. Вот, вы легко его откорректируете на себя, и то есть здесь минимальная как бы вероятность ошибиться, да, при вязании сверху вниз, и ошибиться с длиной рукава, ошибиться с длиной изделия. Здесь вы все, начиная с капюшона, меряете на себя и подгоняете, что очень-очень удобно. Немножечко я стягиваю, хотя возможно и не нужно, но чтобы не сползало с головы. Вот здесь вот, девчонки, особенно вот этот пятачок желательно подтянуть. Вот, так, здесь уже мы тоже делаем как бы захват и закрепляем эту нить и обрезаем. Итак, девчонки, я провязала после, я перевязывала, кстати, много было, поэтому сейчас новая информация. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов я после, в общем, ровной части я связала. И теперь вот смотрите, у меня есть схемка, по которой я буду делать сокращение. Вот, всего 57 петель капюшона.
И я провязываю. Вот она схема. 10 петель. Раз. Так. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Нет. Итак, девчонки, я провязала от конца моих сокращений вот ровную часть, это 13 рядов. И сейчас я буду делать следующие сокращения для объема капюшона и для лучшей посадки. Я прошу прощения за моих соседей. Вот весь капюшон у нас 57 петель. Сейчас делаем сокращение по вот этой схеме. Сейчас я объясню как. Вяжем по узору 17 первых петель. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь 3 вместе по схеме. Вот эта галочка значит 3 вместе. Что я делаю? Вот эти 2. Видите, здесь 2 лицевые и 1 изнаночная. Вот эти 2 лицевые я вот так вот вожу поверх изнаночной и провязываю ее вот таким вот образом. Лицевой, да? Вот. Нет. Изнаночной снизу продеваю. Нет, отсюда продев. Боже, кошмар. Ну да, провязываю ее лицевой вот таким вот образом. Далее по узору изнаночной 6 петель, далее, ой, 7 петель, то есть вот они 3 вместе, 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее снова 3 вместе, то же самое снизу вверх. Тут можно воспользоваться, девчонки, крючком, потому что здесь неудобно руками. Так, снова 7. Это второй раз мы сократили. Снова 7. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И снова 3 вместе. Делаем то же самое. Вот образом 3 петли провязываем лицевой, ой, и последние 17.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12, 15, 16 и 17. Далее, девчонки, это мы отставляем вот все капюшон. То есть капюшон у нас готов, он у нас будет. Вот он наш капюшон, здесь у нас запах капюшона, он будет вот так вот откладывать, ну это уже само оно задрапируется, а по спинке у нас будут вот эти петли, там где у нас три вместе, вот эти 15-17 петель, это у нас будет спинка, эти петли у нас от сокращения до сокращения уходят в спинку. Что это значит? Вот наш капюшон, да? По итогу у нас получилось, вот включаю 17 здесь, здесь 17 и здесь 17. Это у всех будет здесь 17. И теперь моя длина будет 60 сантиметров приблизительных, да. И для 60 сантиметров мне нужно, вот я по вот этой вот детали меряю 30 сантиметров. Раз, два, три, четыре, 60 сантиметров ширина. Ширина. Я измерила в 30 сантиметрах 24 петли, то есть 24 умножить на 2 равно, из них отнимаем, из 48 отнимаем 17, которых у нас уже есть, минус, я округляю до 47, потому что мне нужно нечетное число, 47 минус 17. И остается здесь 30. То есть от общей ширины изделия, которое вам нужно, вы отнимаете вот эти 17 петель, округляете ширину изделия до нечетного числа и оставшуюся сумму, вернее оставшиеся петли, делите на 2 равно 15. Вот эти петли мы используем с капюшона 17. Здесь у нас будет 15, и здесь будет 15 петель. Что это значит? Мы берем новый клубок, отсчитываем 15 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Теперь по лицевой стороне провязываем 17 петель спинки. Вот начиная с вот этой петли, где у нас изнаночная, видите, 3 вместе. Вот отсюда мы ее по узору и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Далее что я делаю? Вот смотрите, здесь у меня с рабочей нитью осталось 15 петель, здесь осталось 15 петель, и здесь я добавляю 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15. И вот это у нас 47 петель, вот они, 47 петель, которые уходят, это наша спинка. Так, что мы делаем? Нам нужно интегрировать вот эти петли в резинку 1 на 1. Значит, у нас изнаночная, лицевая, 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 изнаночная. И начинаем мы с лицевой. Вот вы точно так же, сколько бы у вас не было петель, вы точно так же их интегрируйте в эти петли, чтобы везде у нас совпал узор. И теперь мы вяжем до проймы. Сколько же мы вяжем до проймы? Мы опять же, сейчас я ряд провяжу, и потом мы с вами поговорим,
сколько вязать до проймы и сколько я буду вязать. Я сейчас вяжу петли спинки, видите, те, которые у меня присоединены. Вот я довязала до конца ряда, и теперь вяжу ровно вот эти вот 47 петель спинки. Капюшон я отставляю и не вяжу. Как же я определяю, сколько мне вязать? Значит, вот по капюшону, опять же, я смотрю, вот какой по ширине я бы хотела рукав. Считаю, вот смотрю, пример, ну вот так вот, да, я хочу. Я измерила, ну, прикинула вот так вот, руку положила, прикинула, как он будет на манжет стянуть. Вот, и у меня получилось 36 петель. Я эту цифру, то есть здесь я посчитала, 36 петель по рукаву я делю на 2, это получается 18 рядов. То есть мне нужно здесь провязать 18 рядов, то есть чтобы потом набрать половину петель рукава. То есть по спинке у нас будет 18 рядов. И потом переднюю деталь, сейчас я вам покажу. Сейчас я вяжу вот эти 47 петель, 18 рядов. Так, итак, я провязала по спинке 18 рядов, и уже у меня остается 2 как бы рабочие, видите, вот здесь вот на капюшоне и на спинке, и ее я тоже оставляю, вот эту вторую. Вот у меня 18 рядов. Теперь я беру новый клубок, опять же я по... Так, теперь я беру третий клубок. Да-да, у меня в работе сейчас 3 мотка, и я привязываю здесь вот ниточку с краю на плече и буду набирать петли на правую полочку. Значит, здесь нам удобно будет это делать при помощи крючка, который я сейчас возьму. Значит, по плечу у меня 15 петель, помним, да? И вот напротив каждой петли, видите, я добавляю по лицевой стороне. Вот здесь вот правая полочка, вот она. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 и 15. Вот она, 15. И здесь мы эти петли капюшона провязываем, то есть продолжаем ряд. Здесь у нас 17. Здесь мы уже вяжем планку, на спинке мы ее не вязали, а здесь будем вязать.
пошли планки. Раз, два, три, четыре. Я, кстати, поняла, что мне вот так вот намного удобнее, то есть поворачивать и вязать справа налево, потому что слева направо мне как бы рукам непривычно. Хотя, наверное, лучше было бы развивать оба полушария, да? Здесь по центру мы сейчас, и тоже мы вяжем те же, то же количество, которые вязали на спинке до проймы. Так, вот здесь вот у нас на стыке, а здесь у нас, да, на стыке у нас тут две лицевые петли, которые мы, они на лицевой стороне, две лицевые. Вот здесь вот, смотрите, вот они, видите, отсюда лицевая и отсюда лицевая, это на стыке. Я их здесь, я их провязываю на изнанке изнаночной вместе, да, чтобы у нас совпал узор. Нам нужно, чтобы узор совпал, да? Вот здесь сейчас я вам покажу. Это я по изнанке иду. Ой, я тут пропустила петельку. Я ее вот так вот. Видите, что просто потеряла петлю. Нет, не потеряла. Потеряла. Так, смотрите, видите, у нас лицевая петля напротив лицевой, а изнаночная напротив изнаночной. Это то, что я говорила. И сейчас мы вяжем все вот эти, у нас получается 31 петля, потому что одну мы сократили. Вот вяжем мы 31 петлю, и это будет наша полочка. Вот сейчас, видите, вот она, вот все петли. Полочки, смотрите, что делаю. И здесь я потеряла, придется распустить. Ну, в общем, я думаю, вам понятно. Сейчас вяжем 18 рядов. Итак, что мы имеем на данном этапе? Спинка и правая полочка. Вот я провязала 18 рядов и опять оставляю. Все, пока гуляет это дело. Теперь я перехожу к левой полочке. Вот у меня здесь рабочая нить, не отрезана. Сейчас у меня болтаются три, все три я потом задействую. Для чего это нужно? Я вяжу, вот, начиная с капюшона и по левому плечу. Это нужно для того, чтобы минимализировать количество узлов, девчонки. Здесь при этом вязании это, ну, как бы не создает большого дискомфорта, вот эти нити. Просто их положить отдельно, да, и все. Вот теперь я провязываю петли капюшона 17 петель и 15 петель достаю из плечевого, ну, из плеча спинки. И точно так же здесь у меня сойдутся две лицевые. Сейчас я их вам покажу. И в изнаночном ряду я их провяжу вместе.
Возможно, даже сейчас провяжу, чтобы вам было понятно. Значит, вот она лицевая. И со спинки, видите, первую петлю, которую мне нужно набрать, это лицевая. Поэтому я их две вместе потом и провяжу. Куда я дела крючок? А вот он. Значит, я сейчас ее провяжу, вот эту петлю. Следующая у меня будет лицевой, и в изнаночном ряду я их провяжу вместе. Вот и все. Таким образом решим этот вопрос. Хотя, возможно, их две и оставить тоже как вариант. Вот, просто их лицевых будет две. И тем самым будет такая вот имитация плечевого шва. Да? Нет, не будет. Они-то уйдут не сюда. Они. Нет, не надо, сократить нужно. Это я сама что-то подумала, что это по боковым частям, если вот оставить две. Вот мы будем соединять. И вы поймете, о чем я сейчас говорю, о чем я подумала. Вот, на самом деле, именно на плече такой вариант не подходит. То есть здесь мы в любом случае сокращаем эти одну петлю. Так, а теперь вяжем, совмещаем наш узор. Начинаем с изнаночной, лицевая. Все точно так же, как и на той полочке. На капюшоне вяжем планку. Вот они две вот эти вот петли, которые с лицевой стороны сходятся, две лицевые, видите? Вот я их провязываю вместе, это то, о чем я говорила. Ну и продолжаю далее вязать уже ровно, без никаких добавлений, убавлений. Вот все наши вот эти вот эту вот левую полочку. Продолжаем. Спинки вот с этой стороны. Вот что мы сейчас сделаем? Мы сейчас будем объединять все детали. Вот далее оно все вяжется отдельно. Отдельно вот левая рука. Вот так, как у нас на левой полочке здесь закончилась нить. Да? Я беру, и эта петля у меня как бы передние детали. А по полочке я набираю вот из каждой петли петли рукава. Я замыкаю все в круг. Смотрим, чтобы мы были на лицевой стороне. То есть теперь смотрите, вот не попутайте петли, да? Вот теперь мы уже будем вывязывать узор, и это будет рукав. Значит, здесь у нас вот эта петля еще спинки, и мы замыкаем это дело в кольцо. И начиная с лицевой петли, мы вяжем по кругу. Вот он наш рукав. Так вот он вырисовывается. Видите?
передние петли переда у нас остаются открытыми, петли спинки открытыми, и точно так же мы сейчас набираем петли вот от нити, которая у нас по спинке, на второй рукав, точно так же, и соединяем, и точно так же вяжем. И 38, вот наши 38 петель рукава второго. И вот точно так же вот у меня сейчас ниточка заканчивается, я просто ее довяжу и покажу вам. Так, здесь мы следим, чтобы мы не начали с петель спинки. Так, и начиная с лицевой, я вяжу. Все очень удобно и очень комфортно, как бы адаптировать на любой размер. Вот так мои рукавчики. Я пока его отставляю, откладываю. Что у меня по итогу сейчас получается? Вот с левой стороны у меня нить у полочки уже распустилась у меня здесь. Вот, и отделены рукава, уже прям набраны петли, подготовлены к вязанию рукавов. Так, вот так вот это все есть. Вот видите, вот один рукав. Я беру вот эту нить, которая у меня на полочке слева, и вяжу слева направо, присоединяю полочки. Вернее, ну да, основную тушку, да, полочки и спинку я сейчас соединяю все в одно вязание. Итак, у меня здесь 4 платочные вязки, помним, да, планка обязательно. Ну, то есть ее даже не обязательно, это по желанию, вы можете ее и не вязать, все вязать резинкой, тоже как вариант. Изначально я так задумывала, как бы все резинкой. Так, вот здесь вот смотрим на стыке, где у нас вот это у нас рукав, да, это рукав, да, это рукав, и вот это вот полочка последняя, вернее спинка последняя петля, а это полочка первая петля, и они обе лицевые, поэтому мы их провязываем вместе. Да, еще раз, вот последняя петля полочки, вот это рукав, просто оно, я сейчас покажу на втором рукаве, будет виднее, и последняя петля полочки, вот они обе лицевые, и мы их провязываем вместе лицевой, тем самым совмещая узор. Если вы боитесь, что уменьшится сильно кардиган, и чтобы не сокращать их, можно провязать 2 лицевые, либо добавить еще между ними изнаночную, что я считаю лишним, но 2 лицевые можно, и будет такая вот себе имитация шва, да, будет тоже как бы очень так интересно, да, по большому счету шва там нет, но он визуально там будет, что тоже неплохо, интересно. Вот сейчас я вяжу по петлям спинки, вот видно, да, и буду одновременно вязать вот что мне захочется, то рукав я буду вязать, то основную деталь я буду вязать, ну вот так вот перемещаться буду, плавно перемещаться вниз к концу изделия. Так, вот я подошла ко второму
рукаву. Вот здесь вот видно хорошо. Видите, вам лучше, конечно же, связать рукав немного побольше, потом соединять. Вот они, две лицевые, видите? Я их две вместе и провязываю лицевой. Хотя можно просто провязать их, не сокращать, как я уже сказала, одну петлю. И тем самым вот мы довязываем вторую полочку, и таким образом мы вяжем вниз нашу длину изделия на нужную нам длину и уже меряем на себя. Вплоть тут с такой точностью, вплоть до сантиметра можно все вычислить, по одному ряду вязать и определять. Все, я думаю, вам понятно, да? Вот далее вяжется вот эти вот все вниз. Варианта у меня рукава, но я все же буду делать вот этот вот с манжетиком. Он смотрится очень элегантно, так закончено. Но можно сделать и такой вариант. Здесь я просто не закрываю петли, просто вариант с манжетом. Можно уменьшить петли, чтобы манжет просто как бы сократить здесь 1/5, скажем так, частей, просто чтобы при отвороте частей петель, да, не наговорила, этот манжет немного стянул рукав, и будет тоже очень красиво. Ну, это уже зависит от ваших предпочтений. Что же оставляю я? Значит, у меня здесь связано 25 рядов до резинки. Вот. И в сантиметрах, это для контроля, именно рукав 36 сантиметров и плюс 14 у меня манжет. Значит, это я просто связала, чтобы вам показать, отсчитывая 25 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 24 и 25. Вот это я распускаю. И покажу вам, как я вязала манжет. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Так, все нормально. И теперь там, где у нас пройма, вот в точке проймы мы начинали, здесь же мы и вот так вот заканчиваем. И отсюда начинаем вязать вот таким вот образом. Сейчас я эту одну изнаночную провяжу. Я все петли провязываю по 2 вместе. Вот смотрите. Лицевая и изнаночная. Лицевая. Видите, по 2, по 2, по 2 и так по кругу. Тем самым половина петель у меня сократится, и я буду вязать эту половину петель. Вы просто таким образом вяжете, сколько бы петель у вас не было, вы просто провязываете их по 2. И далее вяжете резинкой 1 на 1, но только меньшее количество петель. Так, лицевая.
Вот, смотрите, я провязала 10 рядов. Вот. И теперь закрываю все петли. Теперь, смотрите, уже можно обрезать нить. Две петли я оставляю для фиксации, которые я разрезаю. И начиная с последней петли, мы берем по 2 петли, правую продеваем в левую. То есть мы закрываем петли не справа налево, а слева направо. Правую в левую, правую в левую и так далее. Передвигаемся. Так, и вот она, последняя петля. Я возьму крючок для удобства, продеваю эту нить в эту в первую петлю на изнанку. Вот такой вот рукавчик. Далее, девчонки, что у меня следующее по программе? Я довязываю вниз. Вот, и еще покажу вам сейчас пояс, как я вяжу, буду вязать пояс. Я вам, наверное, покажу на маленьком кусочке. В общем, вы отмеряете вот так вот, таким вот образом. Ну, то есть прям вот так вот отмеряете, сколько вам нужно. Я потом его свяжу, мне просто будет так удобнее показать на маленьком. Значит, вот вы отмерили, допустим, 1,5 метра. И берете, ой, не так. Вот эти петли как бы закрываете точно так же, как я только что показала. Эта вязка, она такая плотная, поэтому как бы не пугайтесь, ну, специально для пояса, чтобы был плотненький пояс. То есть вот такая вот цепочка у нас получается. Так, есть. Здесь вот одна петля осталась. Теперь мы берем рабочую нить и вот в каждую петлю вот так вот достаем, можно руками, конечно, это я. Теперь из каждой петли мы достаем, вот она, петля, цепочка, и мы достаем, ну, то есть провязываем.
и вот в эту последнюю петлю, ну, вот, не провязываем, ну желательно провязать, она у меня распоролась. Теперь что я делаю? Я вот эти вот петли опять оставляю рабочую нить и закрываю как бы вот эти петли. Опять вам крючком показываю. То есть получается вот такой вот плотненький поясочек, который не растягивается, и он такой достаточно плотный. Сколько вы так рядов провяжете, это уже как вы хотите, то есть ну какой ширины пояс вы хотите. Я вот свяжу сейчас, я просто сейчас спешу снять, потому что сейчас темнеет, и я буду довязывать вниз свой кардиган и свяжу пояс. И завтра утром я вам скажу, сколько рядов у меня будет пояс и сколько петель. Это я вам сейчас просто, чтобы не терять световой день. Вот, смотрите, теперь я беру опять с этой стороны и провязываю в эту вот как бы косичку. Видите? Далее, то есть я провязала, потом закрыла и снова, и сюда, если надо больше. Таким вот образом мы и продвигаемся. Можно и такой, и широкий, и узкий поясочек, как ну. Итак, девчонки, что я здесь довязала? Значит, довязала я пояс, и пояс у меня состоит, вот в длину я отсчитала 140 петель. И вот высоту 6 вот этих вот как бы двойных рядов. Раз, два, три, четыре. Нет. Да. И высоту 6 двойных рядов. То есть вот эти набранные петли и закрытые. То есть я считаю это как двойной ряд, но по сути из вот этой вот, из клубка идет один ряд. Да, ну провязываем мы два ряда. Вот. Вот такой вот пояс у меня получился. Далее по основной детали. По основной детали я провязала вот здесь вот от рукава, от проймы, 50 рядов. И сейчас я закрываю все петли вот таким же способом, да, я при помощи крючка их вот так вот и закрою. По низу. Вот. И в принципе все. И покажу вам результат. Вот все, что у меня осталось, девчонки. Теперь две петельки. Вернее, наверное, здесь бы хватило одной. Как-то я не экономна. Так, мне нужно закрепить эту последнюю петлю и спрятать конец, и все. Ну, единственное, что еще, но это не сейчас, я потом покажу, если сделаю для пояса вот эти вот шлевки, чтобы пояс у нас держался. А так по большому счету все здесь уже можно, да нет, уведу наверх, потому что кончик может выглядывать внизу. Все, мои хорошие, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.